Сокращение численности населения Украины ставит под угрозу существование нации. Об этом на форуме в Киеве заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Передают РИА Новости. В подтверждение своих слов политик привел данные статистики, что на Украине в прошлом году родилось 335 тысяч человек, а ушли из жизни 587 тысяч. По словам Турчинова, ежегодно эта тенденция только ухудшается. По сравнению с 2017 годом рождаемость в стране сократилась на 7%. Число абортов, по официальным данным, в год приближается к отметке в 100 тысяч. Негативную тенденцию усиливает также миграционный отток населения из страны, продолжил Турчинов. По его словам, ежегодно до 9 миллионов украинцев выезжают на заработки за границу. Еще 3,2 миллиона человек уже постоянно проживают за рубежом, и они не планируют возвращаться на родину. Секретарь Совета Безопасности отметил, что по показателю старения граждан Украина занимает 29-е место в мире, а по сокращению трудоспособного населения – одно из лидирующих мест. В декабре 2018 года Нацбанк Украины зафиксировал сокращение доходов населения на 18% по сравнению с 2013 годом. Министр экономического развития и торговли страны Степан Кубев заявил, что прибыльными в стране являются менее 15% госпредприятий, а наиболее убыточные компании целенаправленно банкротятся, чтобы использовать их как территорию для строительства новых объектов.